Хочу вам показать, какие работы делает моя внучка Настя. Маленькая сибирячка, которая проживает в Сибири, в Красноярском крае. Вот смотрите, какие она делает работы из папье-маше. Прислала нам посылку из Сибири. Я вот вам хочу показать. Вот такую вот она сделала работу. Это, как я понимаю, инь-янь. Вот такой вот котик. А вот это вот у нее коты. Смотрите, объемные коты. Вот она одного котика прислала своей тете, которая живет в Москве, моей дочери. А вот этот котик будет мой. Мне подарила. И удивительно, удивительно, как это можно сделать. Просто вот так вот взять, вот видите, и сделать вот такую красоту. Девочке 8,5 лет. Ну, почти вот 9 будет в мае. Потом, смотрите, сделала черепах. Она такая рукодельница. Все делает сама. Потом, вот такие котики. Это уже мягкая игрушка. Это она сделала из материала. Глазки. Нарисовала. Подождите. А, усики вот она пришила. Сделала. Такой вот хвостик пушистый. Сейчас покажу вам. Вот такого котика она сделала. Ну, мастерица, вообще мастерица. Я прям не знаю. Видите, прям, ну, прелесть какая. Вот работает с мягкой игрушкой. А вот здесь у нее, вот здесь вот у нее картины. Это она рисует витраж, витраж такой по стеклу. Это она на стекле рисует. Вот. Смотрите, зайка тоже все прислала. Очень красиво. Девочка такая. Девочка, прям хочу сказать, с такими ручками золотыми. Она и крючком вяжет. И она эти фенечки плетет, эти браслетики. И в танце она ходит, и на коньках она катается. И пластилином она лепит, и рисунки она красивые. И очень красивые у нее рисунки, она очень рисует красиво. Такая вот она мастерица на все руки. Ой, вообще, я прям горжусь ей, посмотрите. Это вот всю ее, это только малая часть ее работы, у нее очень много работ дома. Это то, что она нам вот прислала, я вот вам показываю. Вот, и стихи она читает. Я вам ссылочку потом оставлю под видео, вы посмотрите, там есть, зайдете на канал ее мамы, и вы посмотрите, там есть видео, где она стихи читает, собаку их не посмотрите, Джейсона, у них очень красивая собака появилась в прошлом году, очень красивая, советую вам посмотреть. Ну, такой вот маленький канал, там несколько видео, видео 5, наверное, если не больше. Просто посмотрите на эту девочку, на Настю, которая делает все своими руками. Оставьте, если понравилось, оставьте ей комментарий, напишите, она будет читать, ей будет очень приятно. Вот такая вот она у нас, Настюша. Такие у нее поделки. И это еще не предел. Это она еще очень много-много у нее планов. Много у нее работ. Сейчас она работает вот с таким вот, по стеклу рисует рисунки. Такие картины она рисовала. Это ей в то время было лет, наверное, 5-6. Посмотрите, какие картины она рисовала. Очень красивые. Вот такой вот осенний лес. Видите?
Вот, очень тоже хорошая работа. Да, это ей было лет 6, наверное. Ну, 5-6 лет она рисовала такие картины. Так. Теперь вот, обалденная, смотрите. Объемная картина. Такая, знаете, поле грибное, очень много грибов. Очень много грибов. А вдаль смотришь, вдаль, такая, знаете, синева и облака. Объемная картина, очень красиво. Ну, вот так вот ребенок рисует. Вообще, хочу сказать, конечно, она рукодельница. Рукодельница, мастерица. Вот такая картина. Тоже солнышко. Скорее всего, это грибы такие у нее. Вот все, что ребенок чувствует, видит и хочет это сказать, он все это рисует красками. Карандашами, красками. Может, не так, как, может, не так у него получается это все выразить в мыслях, но вот когда он рисует красками, он показывает вообще вот полностью. Вот, она показывает, какой она человечек, разносторонний. Видите? Ну, это вообще из серии, наверное, Мексики. Кактусы. Тоже объемная картина. Объемная картина. Видите, кактусы, песок, жаркое солнце. И вот такой момент. Смотрите, змеи. Змея ползет по кактусу. И вот еще змея. Ну, я удивляюсь, что вот 6-летний ребенок, да, вот так вот рисует. У нее очень бурная фантазия, очень бурная. Она может, конечно, столько нарисовать, столько красоты нарисовать, что, я не знаю, вот эти вот, храню вот эти вот ее картины, ей в этом году будет 9 лет. Вот уже сколько лет я храню эти картины, которые она мне подарила. Зовут ее Настя. Кому интересно, у кого есть ребятишки, заходите на этот канал, познакомьтесь с этой Настей. Там пока еще ее работ нету, но в ближайшее время, я думаю, они начнут выставлять Насте на работы. Заходите к Насте на канал, познакомьтесь с ней, посмотрите на нее, какая она у нас девочка хорошая. Если вам понравились работы вот этой маленькой мастерицы, поставьте лайки, будет очень приятно. Спасибо.